Орлята учатся летать и не только. Французские военные тренируют молодых хищных птиц, чтобы перехватывать беспилотники. Эти кадры сняты на базе ВВС в Мон-де-Марсан. На них орлы ловят небольшие аппараты. Такие продаются во многих магазинах. Военные стремятся пресечь полеты дронов над закрытыми городскими объектами, например, над президентскими дворцами. Орлов начинают готовить еще до вылупления. Яйца помещают на беспилотник, и птенцы появляются на свет прямо на нем. Затем аппарат используют как кормушку. Таким образом, подросшие хищники привыкают держать дроны в поле зрения. Этот метод борьбы с несанкционированными полетами французские военные позаимствовали у своих голландских коллег. Год назад полиция Нидерландов опубликовала видео, на котором взрослый орел перехватывает небольшой квадрокоптер. Голландский птичий патруль называется «Небесная стража».